Ваше Величество, чтение сказок вслух – это отличное развлечение для вечера принцессы Алены. А главное – тихое. Ваше Величество, Ваше Величество, вы должны мне помочь выбрать десерт. Не могу решить, что подавать гостям. Волшебный колледж из зефира, шоколадную принцессу Алену или, может, маленьких профессоров из марципанов? Я бы профессора Кривозуба есть не рискнул. Может, просто капкейки с надписью «Ура, каникулы»? Какое изящное решение! Так, что насчет сказки в спокойной домашней атмосфере? Этот шум просто невыносим! Дорогой сказочник, я вижу, веселые праздники уже вас не радуют. Если хотите, можете отдохнуть от суеты в своем кабинете. А мы тут сами все устроим. Эй, музыканты, сюда! А ну-ка, музыку! И в этих шумных вечеринках. Посидели бы тихо, по-семейному, сказки почитали. Мяу. Это, мы тут у вас пока подарок для принцессы спрячем, ага. О-о-о, вы что, спите, что ли? Ну, мы тогда тихонечко. Аккуратнее, сам аккуратнее. Да ты не на ногу наступил, а ты сейчас принцессу без уха оставишь. Нет. Это просто невыносимо! Скоро, уже скоро. Поздравляю с окончанием первой четверти. Даже тех, кто ходил только на человековедение. Это я к вам обращаюсь, хранительница времени. Ладно, переходим к списку волшебной литературы на каникулы. Итак, записывайте. Драконы и принцессы. История противостояния в 22 томах. Особое внимание на 7-16 том. Злодеи прошлого. Ну и брошюрка, всего 600 страниц. Магический мох, виды и места произрастания. Магический мох, ага. Лично я все каникулы планирую гулять. Да, хорошо бы спокойно гулять и вообще ничего не делать. Еще для начала неплохо бы выспаться. Тише, девочки, я записываю. Так, злодеи прошлого. Здорово, все каникулы читать буду. Девчонки, вы чего? Читать, спать, ничего не делать? Я, между прочим, четверть без двоек закончила. На тройке. Даже одна четверка есть по физкультуре. Владик поставил. Так что ничего не знаю. На каникулы едем в волшебный город. Там папа с мамой уже вечеринку готовят. И у меня столько всего интересного запланировано. Гонки на метлах, выступления группы «Сказочный патруль» в театре Морганы, парк ужасов и аттракционов «Графа Дракулы». И вообще, вы мне обещали. Обещали? Когда? Ну как? Аленочка, может, тебе тоже немножко к экзаменам подготовиться? Да чего там готовиться? Каникулы скоро! И у меня на них просто грандиозные планы! Вы ведь все со мной поедете, да? Да? Поедем, поедем! Все поедем, только не мешай! И последнее. Волшебные палочки из хвойных пород деревьев. Словарь-справочник в 6 томах. Какой-то короткий список получается. Всего 62 пункта. Может, чего-нибудь еще добавить?
Ай, ладно, отдыхайте, лоботрясы. Послезавтра начнем с парка аттракционов. Потом дискотека. Или дискотеку лучше попозже. Эх, я бы сейчас тоже с удовольствием поспала. Часики мои, что-то здесь не тик-так. Мама, папа! Да проснитесь же вы! Зачарован, как остальные. Гномы, волколаки, Едвига Петровна. Что? Опять? Так нечестно! Мы веселиться приехали, а не со злом бороться. Да, Аленка. Но придется во всем разобраться. Я думала, он только под чарами Сирена злодеем был. А выходит, он еще и темная сказка. Но кем же он тогда раньше был? Может, котом в сапогах? Не похоже. Тот только мелким обманом занимался и имущество людоедов на себя переписывал. Тут явно что-то серьезнее. Конечно, серьезнее! Весь город уснул! Может, он тоже черный кот? Версия 2.0, улучшенная. Но он же не черный. Покрасился! Весь город уснул. Девочки, я же про это в «Злодеях прошлого» читала. Гипнотический взгляд. Волшебный сон. Да-да, все сходится. Получается, сказочник — это бывший кот Баюн. Кот Баюн? И что это значит? Ты уже прочитала то, что Кривозуб задал на каникулы? Да. Баюн своим взглядом может любого в вечный сон погрузить. А если очень разозлиться, то и весь город одновременно. Интересно, чем же они его так разозлили? Интереснее, как все обратно вернуть. Так, что там в твоей книжке про это было? Как нам теперь всех расколдовать? В том-то и дело, что расколдовать их только сам сказочник может. Но пока он кот Баюн, он этого точно делать не захочет. Захочет, не захочет! Надо придумать, как его заставить! Может, подкрадемся тихонько и... не знаю, сделаем что-нибудь? Напугаем там? Или пригрозим? А мне кажется, не надо пугать. Надо ему как-то напомнить, каким он был до того, как снова стал злым. Что он больше всего любил? Точно! Сказки! Снежка, ты гений! План такой. Котик! Вы кто такие? И что здесь делаете? Мы, волшебницы сна, пришли рассказывать вам сказки, чтоб вам лучше спалось. Это хорошо. Минуточку. Можете начинать. Стоит в поле теремок, небольшой такой малоэтажный теремочек. Ни низок, ни высок, ни узок, ни широк. Идет по полю мышка. Как там ее? Мышка на носу шишка? Мышка наружка. Эй, пипалы, здорово! Йоу, а ну отвечайте, есть ли кто дома? Что? Какой еще пипал? Ничего вы в сказках не понимаете. Нужно говорить, кто в теремочке живет, кто в невысоком живет. Скачет по полю лягушка. Не просто лягушка, а лягушка-квакушка. Ну и тик-так она такая спрашивает. Йоу, кто в таком славненьком, нарядненьком, миленьком домике живет? Да что же это такое? Кто так сказки рассказывает? Всему вас учить надо. Смотрите, стоит в поле теремок. Ни низок, ни высок, ни узок, ни широк. И построили новый теремок еще лучше прежнего.
девочки! Почему вы в пижамах? Как вы здорово придумали! Пижамная вечеринка – это как раз то, что нужно! Сразу видно творческий подход. Это будет лучшая вечеринка года! А где огонек? Вот и молодец, Аленочка! Поспи! Пожалуй, пора передохнуть. Да, великие дела подождут. Ой, как же мне нравится эта идея космической вечеринки! Класс! Формально мы идем на Васин день рождения. Да? Ну ладно. Но в этих костюмах мы просто космос! Ох, успела. Новый рецепт. Надеюсь, получилось. И уже хочу попробовать. Ну что, мы идем? Идем? Все готовы? Снежка! Девочки, а ведь никто не будет против, если я пойду с кавалером. Что? Приветствую, дамы. Чудесная погода. Обещала тете провести день с братиком. И совсем забыла. Вот, только забрала. Я не против. Корона, класс. Какая корона? Ну, в твоей колонне. Потом меня забрала Снежка, а потом... Прости, тетя, я совсем не обратила внимания. Теперь твоя корона у нас. Ничего страшного. Устрою себе королевский выходной. А вам хорошо повеселиться на вечеринке. Не увлекайтесь мороженым. Спасибо, Ваше Величество. Спасибо. Пока, мамочка. Наконец-то этот день настал. Последняя подпись. Кристалл будет наполнен, и мир изменится. Ох, малыш, все разбросал. Что за беспорядок? Здесь были грабители? А! Моя корона! Украли прямо с головы! Но кто посмел? Вещи из мира людей. Ну, конечно. Только люди способны на такую глупость. И они пожалеют. Так, праздничные свечи и обязательный огнетушитель в радиусе 3 метра. Есть. Угощение красиво нарезано и уложено. Есть. Настольные игры для заключительной трети мероприятия, если не затянутся съемки ролика. Васька, да не волнуйся ты, все идеально. А вдруг Снежке не понравится? Она же... Нет, кажется, я не готов. Саш, надо все отменять, пока не поздно. Уже поздно, они пришли. О, привет. Не думал, что придешь. Ха, он не думал. Это я не думал, что приду. Нас с развлечениями сегодня не густо. У тебя роль короля космозлыдней. Примерь. Совсем, что ли? Я здесь, чтобы развлекаться, а не вас развлекать. Где тут перекусить можно? А, вижу. Не провожай. Слушай, это же ненадолго. И вообще, съемка клипа – это наш общий подарок имениннику. Угу. Вот сам и надевай. Я не могу. Я оператор. И режиссер, и продюсер. Динь-дон. Привет, девочки. И мальчик в короне. Поздравляю, уважаемый Василий. С днем рождения, Вася! Ого! Ну, надень. Ну, что ты такой вредный? Не надел. А можно я? Можно я надену? Можно? Карапуз. Ты откуда взялся? Детский сад прогуливаешь? Уважаю.
мой двоюродный братик. Ну, не совсем двоюродный, скорее троюродный, по дедушкиной линии. А там все сложно. Всем привет! Я не опоздала? Ну, конечно, нет! Хранитель времени не опаздывает, а приходит точно вовремя! А у кого тут день рождения? У Василия. Колючка, ты с тортиком? Надеюсь, не сама пекла? Шутка. Давай отнесу. Маленький какой? Нормальный. Просто на тебя не рассчитан. А остальным хватит и еще останется. Вася, а похуже музыки не было? Похуже? Не слушай его. Музыка чудесная. Пригласишь меня на танец? И тут нет. Где же вор и мое сокровище? Космические злыдни? Что, прямо мы все? Ну почему же? Вася – герой Земли. Вот глупость! Ха! Кто вообще такое придумал? Неужели именинник? Я это в первом классе написал, а Сашку узнал недавно. И вот предложил. Прекрасная идея. И совсем не глупая. Да, Васечка, все в порядке. Мы злые космические злыдни. Отлично. Всем приготовиться. Мотор. Что не так, Сашенька? Нужно лицо поужаснее. Я могу еще постараться. Снежка, а можешь добавить немного магии? Ну, для спецэффектов. Что? Нет! Саша! А было бы здорово. Мальчики, вы же прекрасно знаете, что нам нельзя использовать магию в мире людей без крайней необходимости. Конечно, знаем. Просто фильм фантастический. Никто и не подумает, что это настоящая магия. Точно! Все подумают, что это крутая компьютерная графика. Ну, пожалуйста, Снежка. Ну, если так, ладно. Ха! Герой Земли! А что ты скажешь сейчас? Снежка, перевод! Остановись! Ты чего? Так это же не я. Ой, тетя! А что случилось? Нет! Снежка! Так будет с каждым, кто помешает мне. А теперь... Мам, что ты делаешь? За Снежку! Девочки, что происходит? Красные глаза. Точно! Королеву захватили злые чары. Надо ее пробудить. Ваше Величество, послушайте! Морок, спасай малыша! В смысле спасай малыша? Я ж просто поесть пришел. Ну что творится? Вот бы часики сейчас пригодились. Часики, ну, может, разблокируйтесь? Нет? Спасибо, Василиса Васильевна. Никто не посмеет красть у Снежной Королевы. Да снимайся ты! Станешь тут героем. Вот же... Это мое сокровище. Мама! Мое сокровище, сынок. Пока, малыш. До свидания, тетя. Пришлите, что получилось. Пока-пока, мои хорошие. Ждем вас в гости.
И давайте забудем про это недоразумение. Не понимаю, что вообще произошло? А я догадываюсь. И я. Кажется, кто-то опять играет со свитком. Вот же! Телефон все. Сломался. Да, неприятность. Но зато мы теперь знаем, что подарить тебе на день рождения. Жаль, только ролик не получился. Да кроме ролика! Есть миллион способов поздравить друга. Например, классный танец классных девчонок в классных космических костюмах. Алиса, включи музыку. Ладно, так и быть, надел. Доволен, Саня? Да, да, еще и последняя. А почему кристалл не отвечает? Я же собрал необходимое количество сил. Кристалл должен ответить. Что? Не хватило какой-то капельки? Ну, ничего. Еще одна подпись, и кристалл наполнится. Это неизбежно. И вот тогда... Как же я скучала по этому празднику! День рождения, Дриад! Его официальное название – праздник великого дерева жизни. Но ведь сегодня должны родиться Дриады? Должны. На великом дереве жизни. С праздником, девочки! Поздравляю тебя, сестра! Поздравляю тебя! Так она что, уже язык наш выучила? Ничего себе! Какие дриады все-таки умные! Дриад! Поздравляем! С днем рождения! С днем рождения! Креслица просто прелесть! Ага! А это мое! А? Это место для особого гостя. Выбери любое другое, сестра моей сестры. Любое другое место. И ничуть не хуже, Аленочка. Что еще за гость такой? Сестра моей сестры. Корвин? Ого! А он что здесь делает? Эй, Корвин! То кресло для кого-то особенного! Иди к нам! Добро пожаловать, юный ворон. Волшебный лес счастлив принять потомка великого рода. Вы на месте. И вовремя! Только не там, где надо. Ну как настроить этот навигатор? В разгар первородной войны, когда злые силы окружили великое дерево... И когда это Корвин успел стать таким важным? За что это ему самое милое креслице? Юного ворона пригласил отец леса. Хочешь узнать за что? Просто слушай. Да-да, она слушает. Продолжайте, пожалуйста. Очень интересно. Древний род черных воронов был среди тех, кто напал на заре времен на великое дерево. Но в решающей битве первородной войны вороны остановились и отказались сражаться. Вороны поняли, их предназначение не уничтожить жизнь, а изучать ее вдали от войн и страстей всех миров. Так зло лишилось могучей поддержки черных воронов. И потом, когда родились первые дриады, светлые победили окончательно. С тех пор черные вороны – желанные гости на любом празднике. Но юный ворон
первый из рода, кто принял приглашение. Ух ты! Вот это да! Очень интересно! Ой, ну прямо ёжики! Отец леса! А, дыхание! Так, дальше. Ага, цветы великого дерева. Вот теперь на месте. Привет! А вы не видели здесь четырех милых девочек? Нарядных таких, ну, примерно, как я. Поклонница, что ли? Автографы после шоу, понятно? А или раз уж пришла, ладно. Чё тебе написать-то? Только не длинно. Нет-нет, вы не поняли. Я подруг ищу. То есть после концерта обязательно подойду за автографом. Хорошего выступления! Здесь не занято? Свободно, садись. Сегодня день рождения Дриад, а значит и твой? Нет, я родилась в первый день весны. Я не совсем Дриада. А когда твой день рождения? Я не отмечаю. Привет, девочки! С праздничком! А где Маша? Вот же она! Но почему? Что-то случилось? Ой, прости, я не хотела. В день моего пятилетия была буря и... Испортила тебе праздник? Не совсем. Бурю вызвал я. Просто потому, что мне не понравился подарок. Надеюсь, никто не пострадал? Но когда тебя переполняют страшные силы предков, главное — самоконтроль. Но учеба в колледже и такие вот мероприятия помогают. Первый свисток, он же третий. Начинаем! Приветствуем вас на празднике ВДЖ, Великого Дерева Жизни, вот! Совсем скоро отец леса согреет своим дыханием цветы великого дерева. А сейчас небольшой концерт. Вот, выступает наша гордость и интернет-знаменитость Шалей. Встречайте! Ну, теперь уже точно этого будет достаточно. И мир изменится. Чё пришли, я спрашиваю? А ну прочь твои поляны! Это не твоя поляна! Это поляна великого дерева! Уходи сам, немедленно! Чё? Ничего не знаю! Я на поляне, значит поляна моя, ясно? И дерево теперь тоже моё! Удобное такое! Оверет йокелев либроскуно! Арцесценок уме. Сестра, он зачарован. Его нужно разбудить. Нет времени, сестра. Скоро придет дух леса. Нельзя, чтобы он видел это. Но у нас есть время. Алис? Ой, зарядить забыла. Дарреп, Ирцес. Дарреп! Прекрати, не то пожалеешь. О-хо-хо! Герой нашелся, Ляня! Ну давай, пончик, подходи! Сейчас я проверю, какая у тебя там начинка! Да! Вот оно! Истинное лицо темной сказки! Нет! Кажется, Корвин сейчас потеряет самоконтроль! Ай, долго объяснять! Надо его успокоить! Корвин! Нет! Сейчас, секунду. Сейчас отдышусь и так свистну, только перья полетят, понятно? Корвин, очнись! Самоконтроль, Корвин!
Соловей тоже не контролирует себя, но мы вернем его. Ты что несешь, девочка? А ну, брысь отсюда! Сейчас вот такое начнется. Это какое такое? Такое! Невообразимое! Я сейчас это чудо в перьях растрясу, да народец свой разгоню, так пойдет обо мне слава. Узнают все, что в лесу суровый боец объявился, и поедут богатыри бить меня, а я сам их побью. А потом? Стану знаменитым, в былины попаду, это, в легенды всякие эти, учебники, понятно? Ой, девочки, так он же и так знаменитость. Я на него подписана. А вы разве нет? Снежка, ты молодец. Девочки, готовьте ноут. Я вам просигналю. Господин Соловей! Господин Соловей! Господин? Ну ладно, ладно, мне нравится. Ну давай, зови меня так. Ага. Господин Соловей, на связи ваш концертный директор. Кто? Он ваши концерты проводит. Вы же знаменитость. И еще какая? Мировая знаменитость. Ну, скажи, Корвин. Еще какая? И что ему надо? У вас мировое турне начинается, а транспорт с богатырями и сказителями, ну, он еще не организован. Так что мы отменяем концерты? Да-да, верно, верно. Отменяйте все концерты. Что? Поклонники будут недовольны? Придется нам расстроить поклонников. У меня что, и поклонники есть? Секунду. Вот, господин Соловей! У-ху-ху-ху! Так это же я! Не, не надо ничего отменять, вы чего все? Господин Соловей, а можно автограф? Было нетрудно. Не такой уж он и злой. Вы в порядке, сестры? Соловей не виноват. Кто-то его зачаровал. И мы обязательно выясним, кто. А я что, уже все? А-ха-ха. Ну тогда с удовольствием уступаю сцену. Скоро прибудет дух леса. Так, то есть у такого громилы всего одна крохотная искорка злобы. Впрочем, ее хватит. Кристалл наполнен. Пора действовать.